21 мая в одной из квартир дома номер 11А по улице Гагарина на балконе обнаружен труп женщины со следами побоев на лице. По какой причине скончалась женщина и почему труп оказался на балконе, об этом более подробно расскажет старший оперуполномоченный уголовного розыска капитан милиции Евгений Колесников. Дежурная часть УВД по городу Печора поступило сообщение о том, что в одной из квартир в городе Печоре лежит труп гражданки. При проверке данного сообщения было установлено, что действительно на балконе лежит обнаружен труп гражданки с побоями на лице, завернутый в одеяльник. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что ранее гражданка умершая и сожители ее распивали спиртные напитки. В один из дней, проснувшись, сожитель обнаружил труп у своей сожительницы. Испугавшись, он вынес труп на балкон, завернул в одеяло и подготовил его к выносу из квартиры. И вскрыть следы преступления. На балконе она пролежала сутки. В дальнейшем он решил перепрятать труп гражданки, вынести квартиры и утопить. Помогала ему вынос тела на балкон и сокрытие следов преступления соседка женщин, тоже неоднократно распивавшая с ними совместно спиртные напитки. В ходе проведенных следственных и оперативных действий судмедэксперт после вскрытия трупа поставил диагноз, что данная гражданка умерла от пневмонии. То есть причиной смерти стала банальная ситуация просто, да и осложнение после выпитых спиртных напитков. Данный гражданин, который совершил данное преступление, был настолько пьяный, что сознался в убийстве своей сожительницы, как бы рассказав, что, как, где, чем он ее убил. Но я хочу сказать, что он действительно ранее судим по данным преступлениям, по данной категории преступления, как мы называем простонародно, кухонные боксеры. Также он подумал, что он ее убил, но на самом деле у нас убийства не было. Убийства не было. Хотя он в нем осознался. А если бы он спрятал труп? Тогда мы бы его осудили по статье 105. Если бы труп был не обнаружен? Если бы труп не обнаружен был, либо мы его бы обнаружили. Уважаемые телезрители, чтобы быть адекватным во всех ситуациях, не злоупотребляйте спиртными напитками.